Всем привет, мои дорогие друзья! С вами, как всегда, я Дезертир, и сегодня я хочу поделиться маленькой интересной новостью, ну, собственно, которую вы отчасти ждали. Это как же мы с вами будем проводить этот субботний стрим, а точнее, как же мы будем играть все в Warcraft 3. Для тех, кто не в курсе, есть очень много способов поиграть в Warcraft 3, естественно, у большинства из вас, скорее всего, не будет лицензионной версии игры. Но не беда. Вам достаточно скачать с любого из сайтов, коих в большом количестве можно найти через Google, Яндекс или Rambler и прочие подобные им ресурсы. Проще говоря, вам нужно скачать игру. Да. Версия игры должна быть 1.26a и никакая иная, потому что если у вас будет иная версия, вы просто не сможете ко мне подключиться. Далее вам понадобится такая простая программка, которая, собственно, есть у каждого и все такое. Должна быть. Есть несколько способов, расскажу об одном из них, это программа Garena. Скачивается она с официального сайта, находится также легко в Google, поэтому я думаю, что вы справитесь с ее местонахождением и, собственно, сможете скачать ее. По поводу того, зачем она нужна. Эта программа нужна для соединения вас и меня, в общем-то, вместе в любом таком лановом сообществе, скажем так. Чтобы попасть, соответственно, вместе со мной в игру, вы должны просто взять и спокойнейшим образом, скачав данную программу, нажать вот сюда. Здесь вот, когда откроется вот это окошко, вы должны нажать «Игры», Warcraft, RPG, найти Россия и, допустим, найти его... Давайте вот на этом будем, на каком я и остановился, сегодня пробовали. В общем, Россия, Петросянщина, комната 1, версия 1.26а. Логично, просто, понятно. Итак, вот, мне сообщают, что я нахожусь в этой комнате, но вы должны будете два раза кликнуть, и тогда вы сможете тоже не находиться, после чего вас переместит вот в такую вот комнату. Здесь будет много разных страшных и не страшных людей, но не пугайтесь, ничего такого нету, сути это не меняет. Итак, что вы должны делать дальше? Дальше вы должны дойти вот сюда, нажать на Warcraft RPG, естественно, и указать путь к вашей папке, конкретно к экзешнику Frozen Throne. И да, у вас должен быть Frozen Throne, но ничего страшного. В общем, далее нажимаете «Применить» и закрываете это окошко. После чего нажимаете кнопочку «Пуск». Правильно? Все легко и просто. После чего у вас запускается сама игра. Здесь все тоже предельно просто. Вы заходите в локальную сеть. И здесь вот будут различные игры, которые предлагают различные люди. Вот, допустим, я хочу присоединиться к какой-нибудь из них, да? Там я нажимаю «Присоединить» и все, и присоединяюсь. Я же буду создавать игры из, соответственно, тех, что у меня есть. То есть, вот у меня есть карты различные, которые я скачал заблаговременно. И уже на них мы с вами будем, собственно, играть. Здесь есть разные карты. Я думаю, что мы попробуем как минимум некоторые из них за время стрима. Так что не отчаивайтесь, все будет вполне себе интересно и весело. Такие вот дела, мои дорогие друзья. А, и да, забыл сказать, жду вас на стриме, соответственно, в субботу, соответственно, на Ютубе, Твиче, либо Гудгейме в 14.00. А может и в 13.00, там уже будет видно. Ну, в 13, если подойдет Элки, ну а в 14, если он не подойдет. Ну а с вами, собственно, был, как всегда, Дезертир. Надеюсь, вам понравилось. Всем спасибо за внимание. Пока-пока!